Рецепт супергеройского боевика прост. Приправить его капелькой юмора и сдобрить щепоткой экшена. Такой фильм презентуют ставропольской публике. На экране первые кадры и небольшой зал замолкает. Многие изначально настроены скептично. Припасены и колкие комментарии на заранее известные ошибки. Это пока только короткометражка. Фильм идет 30 минут. Этого хватает, чтобы рассказать обо всех героях и немного раскрыть характер. Главная роль, понятно, у Ставмена, молодой человек, у которого все валится из рук. Однако после новости о смертельной болезни он находит себя в супергеройстве и спасении людей. Это у него неожиданно получается лучше, чем что-либо другое. Команда собиралась также очень-очень тяжело, потому что никто поначалу не верил в проект. Ну, как бы в Ставрополе обычно никто не снимает фильмы. В течение, наверное, 2 лет я просто собирал команду единомышленников, сторонников, которые помогли, с которыми мы до сих пор. Вот, это отличные ребята, я им очень сильно благодарен. Остальные герои фильма тоже не остаются в тени. Без них характер Ставмена наверняка не был бы так прочерчен. Всего в картине задействовано больше 100 человек. Это вышло случайно, мне просто предложили. Сказали, вроде бы типаж подходит. Угу. Да, ну я согласился. Всегда интересно что-то новое попробовать в своей жизни. Я бы сказал, что это сложно. Потому что сами съемки – это очень сложный процесс, когда тебе приходится подстраиваться под других людей, актеров, под сценарий, режиссера, потому что тебе порой кажется, что будет лучше вот так. Съемки фильма шли почти 2 года. Он начинался как сериал, потом его закрыли. Отложили проект в долгий ящик. После этого были еще 2 попытки воссоздать кино заново. И вот, наконец, окончательный вариант представили публике. С первого дня и до последнего, вот у нас сейчас премьера, все равно есть сложности, все дается очень, очень тяжело. Создавался фильм в больших муках. У нас просто не хватало и времени, и финансирования, и опыта. Несмотря на определенный скептицизм, главный герой зрителю приглянулся. Впечатления такие неоднозначные. Фильм очень веселый, очень интересный, много экшена. И самое главное, это такая патриотичная душа в том, что фильм снят в городе Ставрополь, и это наш фильм. Мне, если честно, прям вот нравится. Я даже не ожидала. Но на самом деле очень круто. Видно, что ребята старались, и мне нравится, что с юморком. А вот режиссер пока не спешит делать выводы. Над проектом еще следует поработать и мечтать дебютанта выпустить в свет полный метр. Джемиля Ибрагимова, Антон Красов, Ставропольское телевидение.